Всем привет! В данном обзоре мы расскажем вам о свежей коллекции укороченных худи от Bonafide Pretty Girl. Серия укороченных спортивных худи Bonafide Pretty Girl является неповторимой и уникальной. Мягкий и приятный к телу материал олези, простой дизайн и фурнитура, приталенный силуэт и классическое сочетание оттенков – вот что представляют собой укороченные худи Pretty Girl. Крой изделия притягивает взгляд, оголяя талию и при этом полностью скрывая грудь. Замок дает девушке свободу выбора, насколько сильно она хочет открыть обзор на зону декольте. От принятого решения будет зависеть восприятие вашего спортивного образа в целом и худи Bonafide Pretty Girl в частности. Тем не менее, производитель не решился далеко уйти от основной идеи толстовки, оставив привычный капюшон и шнурки и убрав карманы кенгуру. Тем более, что карманы смотрелись бы неуместно на такой нежной и утонченной вещице. Официальный сайт Bonafide предлагает к вашему вниманию целых 11 моделей из коллекции Pretty Girl. Здесь преобладает насыщенная темная палитра, но не обошлось и без приятных глазу модных в этом сезоне светлых тонов. Материал олези представляет собой трикотаж, сочетающий волокна вискозы, полиэстера и лайкры в соотношении 65, 30 и 5% соответственно. Вискоза – это волокно, которое получают в процессе переработки натуральной целлюлозы. Преобладание вискозных нитей в составе говорит о том, что ткань мягкая и шелковистая, а вот лайкра и полиэстер делают ее более эластичной и прочной. Данное полотно, точно так же как и бифлекс, нетолерантно к высоким температурам, поэтому оно требует более щадящих режимов очистки. Изделия из олези более плотные и теплые по сравнению с теми вещами, в состав ткани которой не входит вискоза. Этот трикотаж тоже хорошо поддается окрашиванию, но он менее устойчиво удерживает полученный цвет. И это еще одна причина беречь ваши укороченные худи Bonafide Pretty Girl от горячей воды и прямых солнечных лучей. Учитывая особенности кроя, мини-толстовку Bonafide Pretty Girl, в отличие от классических худи, не получится носить девушкам крупного телосложения. Эта кофта слишком откровенно обтягивает торс и открывает талию, поэтому скрыть какие-либо недостатки просто не получится. Возможно, это и есть причина небольшого размерного диапазона коллекции. Купить худи Bonafide Pretty Girl можно в размерах XS, S и M. Несмотря на то, что коллекция дебютировала совсем недавно, положительные отзывы на худи Bonafide Pretty Girl говорят о том, что производитель попал в настрой своей целевой аудитории. Поражай, украшай и раскрепощай. Пожалуй, эти три слова являются негласным слоганом компании Bonafide. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и всем пока!